Как создать грамотную композицию в веб-дизайне? Правильная композиция создает гармоничный ритм и правила, которые мы считываем, просматривая дизайн. Чтобы создать такую композицию, необходимо придерживаться следующих принципов. Равновесие. Каждый элемент на странице сайта имеет определенный вес, ритм. В каждом блоке с контентом используются повторяющиеся правила, акцентные паттерны. Мозг человека быстро считывает такие правила и начинает улавливать ритм в их повторяющемся использовании. Иерархия. Этот принцип помогает разделять главную и второстепенную информацию в макете. Для создания правильной иерархии вы можете изменять размер объектов, добавлять большие пространства вокруг важных элементов или выделять их формой и цветом. В своей работе моя студентка Елена использовала все три этих принципа построения правильной композиции. Именно эта и четко продуманная презентация проекта помогли ей получить высшую награду «Лучший сайт категории интерфейсы» на D-Profile. А если вы хотите научиться дизайну на уровне ведущих студий, то у меня есть для вас бесплатная школа UX и дизайна. Переходи по ссылке в профиле и обучайся.